Без ложной скромности скажу, что музыка занимает первое место, первостепенное, поскольку спектакль о композиторе Половинкине, о его судьбе, о его взаимоотношениях, о его росте профессиональном и о его жизни, общении с Натальей Сац, событиях, которые были в реальной жизни, они состоялись. И, конечно, мы хотели рассказать неизвестные страницы нашей музыкальной культуры, поскольку о Половинкине вот до последних лет никто ничего не знал, только, может быть, из потрясающих, замечательных сказок режиссера Роу, которым Леонид Половинкин писал музыку в конце 30-х годов, и который, собственно говоря, его как-то вот показал нам, зрителям и слушателям. А как композитора вот до последних лет, практически уже более 100 лет, никто о нем ничего не слышал. Самое интересное – это открывать что-то новое. Новое, неизведанное, то, что до тебя никто не держал в руках. А это именно тот случай. В данном случае мы музыканты, чувствуем себя первооткрывателями, археологами, которые открыли Америку или Антарктиду. Это именно так, поскольку сегодня, в общем-то, на 80% был для слушателей вечер премьер. Эта музыка в концерте, в спектакле, в концертных залах, в театрах никогда не звучала.